А 2 июня в Набережных Челнах пройдет и вовсе благотворительный бал. По традиции его устраивает мэр, а приурочен праздник, конечно же, к Международному дню защиты детей. В органном зале соберутся бизнесмены, руководители предприятий и организации. К слову, всего за прошлый год благодаря целому ряду таких мероприятий удалось собрать пожертвования на сумму свыше 10 миллионов рублей. Деньги пошли на нужды детей с ограниченными возможностями здоровья, реконструкцию мемориала «Родина-мать», а также на выкуп квартиры из-под залога для сироты Есении Майоровой и капитальный ремонт жилья у сирот Мадины и Ратмира Абатаевых.